Ты проживешь долгую жизнь. У тебя будет много друзей. Ты многое испытаешь. Ты потеряешь все свои деньги. Не бойся, они к тебе вернутся. И ты снова приедешь на Бали, и тогда я научу тебя всему, что я знаю. Мам, а когда ты смирилась со своей жизнью? О, моя дорогая, жизнь – это вечный поиск. Знаешь, как собаки похожи на своих хозяев. Так и ты раньше походила на Стивена, а теперь на Дэвида. Мне нужно измениться. Я с 15 лет либо встречаюсь с парнями, либо с ними расстаюсь. У меня ни разу не было двухнедельной передышки, чтобы разобраться в себе. Ты уедешь на целый год? Раньше у меня был вкус к жизни, а теперь все куда-то пропало. Я хочу поехать туда, где меня все будет удивлять. Я еду в Италию, оттуда в Индию, а конец этого года проведу на Бали. У меня страшный роман с пиццей и эксперимент под девизом «Ни единого углевода врагу». Если ты сможешь очистить свой разум, тебе откроются волшебные врата. И что сделает энергия Вселенной? Хлынет в эти врата. И все устроится само собой. Ешь, молись, люби.